магазин, зайдем в Zara и Mango, посмотрим, какие летние наряды там есть. Беру вас с собой и желаю приятного просмотра. Ну что, ребята, мы находимся с вами в столице острова Майорка, Пальма де Майорка или просто Пальма. Это столица острова, где сосредоточены наиболее интересные магазины и рынки. Город очень красивый, очень много пальм, соответственно, поэтому он так и назван. Режим работы большинства крупных магазинов и торговых центров на Майорке совпадает с общеевропейским стандартом с 10 до 22, но не все работают по выходным. Например, в воскресенье многие закрыты. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я прилетела на Майорку, что здесь все очень просто одеваются. Шорты, майки, спортивная одежда, велосипедки, спортивные топы. И так можно прекрасно ходить по городу. Интересно было посмотреть, как отличаются цены. Ведь Zara и Mango — это испанские бренды, поэтому здесь они должны стоить дешевле. Очень яркие коллекции, но я всегда обращаю внимание на состав ткани. Хочется что-то легкого, натурального, хлопок, шелк, вискоза, возможно. Если мне даже понравится какая-то модель, но она будет иметь в составе полиэстер, я лучше от нее откажусь. Также я очень люблю вот такие а-ля вязаные летние вещи. Напоминают, конечно, вязку крючком бабушка вязала, но очень удобно то, что не нужно гладить. И еще приглянулся мне вот такой костюм из хлопка веселенькой расцветки. Стоит 30 евро. Если мы считаем по 60 рублей евро, то стоимость костюмчика 1800. У нас бы он стоил в любом случае дороже, наверное, около 3000. А еще мне приглянулись вот такие брюки, я видела на девушке на пляже, только белого цвета, такие же только белого цвета, 39 евро стоят, очень эффектно смотрится. Ну что, я примеряю этот костюм, на самом деле это комбинезон, как вы можете заметить, сзади есть такие шортики, ткань очень приятная, легкая и на запах. То есть кажется, как будто это платье, на самом деле это шорты. Визуально мне понравилось, но некомфортно, потому что хотелось бы более интеллигентный верх. Немного грудь показывает себя, поэтому не мое. Второй наряд — это платье из хлопка, из белого. Я очень люблю летом белые вещи. Такой очень легкий, дышащий материал. Но здесь грудь, так мне кажется, открыта. Я хотела бы что-то более закрытое. Но не знаю, как вот вам, пишите в комментариях, покупать или не покупать. Думаю пока что. И еще вот такое платье мне понравилось, но видео куда-то делось. Я не знаю, может быть, я запись не нажала. Тоже неплохое. Больше в Заре мне ничего не понравилось, поэтому иду дальше. Зашла в Mango, тут опять эти вязаные платья, но качество вязки оставляет желать лучшего, если честно. И расцветки такие я не очень люблю, хочется чего-то однотонного, поэтому иду дальше смотреть, вот такие варианты есть. Обожаю льняные коллекции, здесь тоже яркие цвета, и сейчас возьму примерить пару вещей. Вот я выбрала рубашки из льна, такие яркие, очень мне нравятся, но хотелось бы, чтобы они были более длинными, чтобы можно их носить было как платье. А так, в принципе, неплохой лен. Вот этот комбинезон мне очень понравился, мне кажется, он неплохо сел по моей фигуре и не слишком так вульгарно выглядит, более интеллигентно. Вот сзади такая шнуровочка есть, немного длинноватые брюки, но можно подшить или встать на каблук, который я не хожу летом. Ну, как-то я больше к нему склоняюсь из всех тех вещей, которые смотрела. Как вам, нравится, нет? Покупать, нет? Не знаю, пишите в комментариях. Это платье из вискозы я примерила, достаточно просто смотрится. Мне не понравился, как в районе груди лег запах. Сзади смотрится, кстати, неплохо, но вот передняя часть смущает немного. Это платье из льна.
стопроцентный лен, мне это очень нравится, мини-платье, но мне нужен был размер побольше, его, к сожалению, не было. На груди очень обтянуло, и сзади, вот видите, в районе лопаток маленько свисает жирок. Тоже мне это не очень подошло, поэтому платье я откладываю. Следующая рубашка из льна, вот это тот фасон, который я хотела, он длинный, но вообще я, кстати, хотела оранжевый цвет, но вот этот, он даже не оранжевый, знаете, какой-то апельсиновый, что ли, он мне не подошел к лицу, бледнит, и не 100% лен вместе с катоном, просвечивает, не понравилось. Вот то, что мне понравилось, это впинка, вот это белое платье из хлопка, очень классное, но стоит 300 евро, поэтому подожду скидки. Мое небольшое шопинг-включение подходит к концу. Запомнился мне комбинезон и с голубыми цветами, и платье Zara белое. Что запомнилось вам, пишите в комментариях. На этом буду закругляться и заканчивать свое видео. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, солнечных дней, побольше улыбок, тепла и добра. Всех целую и всем пока-пока!